участница конкурса «Мисс Асия». Привет, расскажи о себе. Привет, меня зовут Олеся, мне 19 лет, я из Севастополя. Учусь в Академии строительства и архитектуры на архитектурно-строительном факультете, на втором курсе уже. Расскажи о своей жизни, что тебе нравится, чем увлекаешься. Сказать мне, будто природа — это не чудо. Не вздумай сказать, что мир не сказка. Тот, кто не понял этого, рискует так ничего и не понять, пока сказка не кончится. Когда он сдернет с себя шторы и начнет тереть от удивления глаза, ловя исчезающую возможность отдаться в последнюю минуту тому чуду, с которым ему пришло время проститься и расстаться навсегда. Никто не прощается в слезах с евклидовой геометрией периодической системы. Никто не роняет слез от предстоящей разлуки с интернетом или таблицей умножения. Прощаются с людьми, которых особенно любили. Прощаются с миром, с жизнью, с этой сказкой. Иногда мне хотелось бы жить до того, как открыли таблицу умножения, ну, во всяком случае, до того, как появились современные физика и химия. До того, как мы вроде бы все поняли. Я имею в виду, что мне хотелось бы жить в настоящем, сказочном мире.